each and every night. Мы имеем пятерку по английскому в школе. Мы первый год ходим, ну, тоже очень нравится, ему очень нравится ходить на английский, и когда не сачкует, как говорится, вот, а ну, что сказать, нравится, что в игровой форме все это непринужденно, он не чувствует, что это как занятие, это как будто для него игра, поэтому он с удовольствием ходит. В путешествиях будет использовать знания. Очень нравится. Ребенок стал говорить по-английски уже очень так хорошо. Поет песни, рассказывает стихи, и очень радуется, когда едет на занятия. Начали заниматься, когда ей было 2,5 года, с сентября. Она у нас апрельская, поэтому ей было 2,5 года, она у нас говорила хорошо. И поэтому мы решили, что пора ей заниматься английским. И за год уже в течение 2 лет мы с лишним ходим на занятиях. Ну, ей все нравится, преподаватели великолепно все.